Если после тяжелого трудового дня вам не хватает сил для того, чтобы сходить на вечеринку или просто погулять с друзьями, то вам поможет Бэтмен. Бэтмен – это очень вкусный, тонизирующий, высокоэнергетический коктейль. Это Барбосы, всем привет. Привет. Макс, ну рассказывай, что нам для этого нужно. Для приготовления этого вкуснейшего коктейля нам понадобится, прежде всего, красивая посуда, несколько бутылочек кока-колы или пепси, немного кокосового сиропа, шейкер со льдом и куда же без эспрессо. Для того, чтобы приготовить этот вкуснейший коктейль, нам нужно кофе смешать с кокосовым сиропом, с долькой лимона и все это взбить со льдом в шейкере. Куда же без замечательного эспрессо. В шейке у меня находится немного льда и выжатая только лимон. Нам нужно добавить немножко кокосового сиропа, грамм 30. И эспрессо. И взбиваем. Добавим колу. И какой коктейль без украшений? Ну что, дегустируем? Давай. За нас и за спецназ. Кстати, есть еще одна вариация подачи Бэтмена. Я вам сейчас ее продемонстрирую. Мы сейчас попытаемся сразу не смешать два слоя. Для этого мне нужны два слайса лимона. Делаем все как прежде. Основу охлаждаем в шейкере. Два эспрессо. 30 мл кокосового сиропа. Ну, все точно так же. Я люблю, чтобы вкус кока-колы выделялся, поэтому основу мы нальем сейчас поменьше. Теперь нужно лимон положить на эспрессо. Таким образом, чтобы когда мы наливали кока-колу, напитки не смешивались. Теперь выливаем аккуратно кока-колу. Таким образом, чтобы напитки не смешались сразу. Таким образом, эспрессо остается внизу, а кола сверху. Пожалуйста. Надо размешивать, да? Ну, можно размешать, можно выпить сразу, да, то есть вначале выпить вкусный сладкий кокосовый кофе и запить это все колой. Будет интересно. Всем спасибо, вам вкусных рецептов, счастья, любви, здоровья. Подписывайтесь на наш инстаграм Барбос, _КРД. Всем пока. Пока. Самый лучший кофе и профессиональное оборудование для любителей и ценителей. Чай-кофе-сервис.